А вот здесь у нас унитаз моноблок от торговой марки Калипсо. Как я уже говорил, фурнитура идет Watercraft. Интересно сделана крышка. Она, то есть лицевая стенка, закрывает. Интересное решение и достаточно удобное, красивое. Вот такой вот моноблок, то есть бачок совмещен с унитазом. Крышка не слим, а закрывающая. Тоже, естественно, дюрапласт, микролифт и тоже быстросъемная. Вот за счет этих двух кнопочек легко и быстро снимается. А слив в данном унитазе душевой. То есть по всему периметру есть отверстие для смыва. Вот. При этом ни прокрашенных участков нет. То есть под ободком глазурь есть везде. Ну, честно говоря, даже я бы не стал называть его не безободковым, так как прокрашено все. Ну, такой вот смыв называется Тайфун. В данном случае тоже смыв антивсплеск реализован. Конструкция подразумевает небольшой допуск от стены. То есть, если вдруг трубы идут не спрятанные, не зашитые, то они здесь поместятся. Вот такая интересная модель. Называется она CS1044. Цена в розницу такого унитаза 12 581 рубль. Вот такая интересная штука.